Привет, ребята, ну что, продолжаем мучительный наш трэш на аккаунте Андрюхи. У нас осталось 5000 пыльцы. Я решил сделать второй видос, отдохнуть немножко, потому что 10 тысяч пыльцы переролить за полчаса, это, конечно, жесть. Вы даже себе не представляете, сколько это надо жмакать, 2000 раз. В одну и ту же точку, одни и те же плюхи, в общем, поехали. Остались у нас плюшки, я уже показывал. У нас собралось 1,5 мастера рун. Также собралось леди божество 2,5 и 2,5 полярных лиса. Ну, блин, что могу сказать? Сейчас намного проще все. Так, поехали. Поехали продолжать трэш. 69 сумочек у нас там и 79. Мы, в принципе, отсюда можем посмотреть. Так, камни пламени нам, наверное, сейчас не дадут просто тупо собрать. Их придется поменять. Он уже все, что можно было, наменял. Вот это сейчас будет прикол. Сейчас глянем. Сейчас мы с вами попадем в просак. Потому что тупо не хватит. У него все на максималке прокачаны. Нам тупо не хватит. Это печаль. Что у него? Нету девятой огненки? А, у них, по-моему, не продают так. Вроде продавали. Шестая максимальная. 15-й скилл, ребятушки. Прокачан. Ну, он уже некоторым героям навкачивал. 15 скиллов. Думаю, возьмем, потестим. Так, что я хотел? Я хотел посмотреть еще, кстати, сколько у него карт на сменку. Но я думаю, с Валик сумки мы там еще порядка 200 вытащим. Ладненько, поехали. Поехали, будем что-то делать, думать. Ну, нам сейчас просто тупо камни АПЕ будут сыпать полным ходом. С 1000 попыток. Ой, хорош, камешки пошли. И менять нам их некуда. Вот в чем проблема. То есть они у нас будут забивать, судя по всему, плюс 800 камней. Не знаю, сейчас будем что-то делать, думать, сколько у него там вообще их. 46. Ну, не так уж и много, и девать их, по сути, некуда. Это либо кого-то перекачивать, либо сливать придется. Ну, поехали, будем. Будем что-то думать. Так, еще один камешек. Опять плюс 600. Ну, думаю, еще пару раз забьем и все, и на этом у нас придется просто тупо их продавать. Но у него есть пятые сундуки, то есть это не есть проблема с камнями на этом серваке, плюс у него уже герои так более-менее прокачаны. Такс, жестко, конечно. Осколки просто бомбически падают. Не знаю, что в итоге получится у нас. Но еще дофига нам открывать. Все, камни пламени пошли. В остаток. Не, нам сейчас просто тупо будут забивать здесь места. В принципе, я думаю, можно попродавать.
Сейчас я не помню, за что они там продаются, на что меняются. Так, монеты. А, на кристаллы. Вариантов просто других, как бы, ну, нет. Мы открывать не сможем дальше. Я надеюсь, у него не перелимит. 3000 максимум. Ну, давайте продадим. Синими кристаллами, конечно, жесть. Так, и у него здесь, походу, уже многие зафармлены на максималку. Да. Да, ребята, это во мне это. Ну, что-то будем думать. Ну, 3000, я думаю, вряд ли мы отсюда сейчас заберем. И у нас останется 2. Жестко. Ну, пробуем. Просто вариантов уже по обмену нету. То есть HGG надо уже задуматься, пора уже давным-давно задуматься, чтобы увеличить не на 50к, а хотя бы на 100, на 200к, а то и лучше вообще поставить 999 тысяч, пусть будет, какая разница, сколько там места. Очень многие ребята теряют плюхи, не могут их получать, это реально печально. Вот опять плюс 900, ну еще 1-2 захода, и мы просто уходим опять в лимит. И сливай куда хочешь. Либо перекачивай героев, блин. Ну, оставляй каждый день качай героя. Но опять же, если ты в топе, тебе надо 30-й прорыв потом ему качать. Ну, пару героев сразу же просветкой прокачивать. Но это жестко. Ну, смотрите, мы даже половину попыток не открыли в этот раз. А уже просто тупо лимиты идут. Почтовый ящик забит. 13 мест. Ну, сейчас 2 захода, 2, 3. Сколько там еще? 4 захода. В принципе, может и хватит. Но ящик будет по-любому. Сейчас чем дальше, тем будет сложнее достать. Вот, смотрите, уже меньше. 18. Сейчас мы просто вообще не сможем открывать. То есть 10 тысяч пыльцы, ребят, это критично для вашего аккаунта. Если у вас лимиты по ресурсам стоят. Ну вот все. 21. То есть половина уже в 2 раза. Все, что хочешь, то и делай. Сейчас гляну, может у него где-то здесь по прокачках. Тут ЗПшки тут, по-моему, не кристаллы идут, тут ЗПшки идут. В общем, ребята, реально просак. Причем конкретный. 40, 40, 24 уже. Вот, что хочешь, то и делай. Просто тупо. Тупо перелимит. По синим кристаллам. 50 лямов. И все. Что бы ты ни делал, ну вот куда их девать? Тупо проблема. Ну, просветы у него, понятное дело, все прокачаны. То есть вариант либо сливать героев, перекачивать.
Ну, просто других вариантов нет. Я их даже не вижу. Черепа, у него Ронина мне. А, не, есть Ронины. Но вариант только перекачивать героя. 415 попыток. Ну, поехали по максимуму. Сейчас хотя бы откроем. 26. Знаете, плохо, что они не пропадают. Просто тупо перелимит. Есть вариант, конечно, такой, как я раньше делал у себя. Это с багом по акциям. То есть забираешь с какой-то акции, ну, с донатных имеется в виду. И тогда призы пропадают. Ну, это просто пипец. 31. Просто жесть. Да смотрите. 32. Ну, 500 забрали. 34. То есть, по сути, 6 итемов это потолок, что мы можем забрать. Но самое основное, чтобы сейчас падали просто осколки. Ну, конечно, новые эти тоже неплохо, но чтобы не падали. Жесть. Просто тупо вариант один. Это слив героя. Я не знаю, ну куда. Просвет качается у нас. И прокачка героя по скиллу. Все. У него все герои тут, я думаю, что вкачаны. Тут камни уже просто не нужны, ну, не нуждаемся мы в камнях. Тут у нас не хватает, но вариант, чтобы здесь кого-то качнуть, но здесь просто тупо не хватает. Это жестко. Это реально жестко. Сейчас буду что-то думать делать. В общем, ждите третьего видосика трешечкового. Ставьте лайки, пишите комменты. Всем удачи, всем пока.